В островном регионе создается сеть социальных аптек, цены в которых будут ниже, чем в других подобных учреждениях, на 20-30%. Правда, не на все группы товаров, а лишь на 50 препаратов. Их перечень в разных районах области будет отличаться. Его муниципальные власти обсуждали и принимали совместно с местными фармацевтами. На сегодняшний день уже 17 районов области приняли нормативные документы, регламентирующие на своих территориях работу социальных аптек. В Ахе статус социальный присвоен 16-й аптеке. В таких аптеках на информационных стендах будет вывешиваться перечень препаратов, продаваемых по низким ценам. А ценники на витринах будут отличаться по цвету от остальных и получат маркировку «Социальная цена». Купить недорогие лекарства смогут все категории граждан.